Дежурная служба МЧС, чем помочь? Добрый день. Вас беспокоит адрес Советской Конституции 21, общежитие. Дело в том, что у нас на этаже очень сильно влияет кемпалёным, который горит в комнате. Вас понял. Проникли в комнату, проводите разведку, час 41. 32-й, давай линию быстрее! Есть человек в комнате! Давайте скорую! Центр штаб 1, прибыл к месту, принимаю руководство на себя. Понял вас. 2-0-0. Носки. Эвакуировано 13 человек. Из них трое детей. Пострадавший передан медикам. Транспортируем в скорую помощь. Информацию принял, тогда перед медиком. Скорая помощь к вам направляет, и еще две машины скорой помощи, как видел.